вечер, дорогие друзья. К нам приехала новая поставка от нового садовника. Есть плюсы, есть большие минусы. Большой минус в том, что у этого садовника растения дорогие. Плюсы в том, что они все цветущие, с плодами, красивые, обалденные. И еще есть пару минусов, но это уже о другом. А сегодня у нас с вами дегустация. Мы попробуем то, что приехало, и расскажем, как это все на вкус. Лимон Росса, Рангпур. Рангпур попробуем, сладкий он или кислый, потому что с разных питомников они разные. Попробуем лимон Карубара, мы его уже пробовали. Попробуем Пуршу, Чинота, ну и, конечно же, наши любимые кумкваты. Начнем мы с Рангпура. Если мы посмотрим, он 5 сантиметров, достаточно крупный. Бывают плоды меньше, но нам попался гигант. Переспелый, потому что уже начинает немножечко... Такие сухие. Пахнет, как... Пахнет, да, безумно. На самом деле он очень сочный. Всегда сочный. В этом экземпляре нет косточек. Да, пахнет он, кстати сказать, очень такой сложный. Есть косточки, есть. Запах очень сложный. Запах, я бы сказала, мандарина, лайма, еще чего-то. Очень интересный. Что-то вкусное пахнет. Еще какие-то конфеты, например. Да. И мы его сейчас, конечно же, попробуем. Следующая у нас Пурша. Мы взяли, попался нам, мы не взяли, попался экземпляр, потому что растения приезжают, и плоды падают, отваливаются. 3 сантиметра получается. На самом деле он бывает тоже 5-сантиметровые. Плоды бывают разные. Он всегда желтого, ярко-желтого цвета. Сейчас мы разрежем и посмотрим. Вот он насыщенно такого лимонного. Очень сочный. Такой аромат тоже присутствует. Пока непонятно. Сейчас будем пробовать смотреть. Косточки маленькие не попались. На самом деле, как бы он тоже бывает с косточками. Сейчас мы попробуем, расскажем, какая же Пурша на вкус. Собственно говоря, Пурша нас порадовала. А вкус мандарина сладкий, с кислинкой, как у лимона. Очень сочный, очень вкусный, реально. Очень рекомендую Пуршу. Кто думал, сомневался, почему его еще называют сладким лимоном, он реально сладкий лимон. Аромат такой достаточно непонятный, потому что тут есть все-таки какие-то нотки лимона с примесью чего-то. То есть это не точно мандарин, но он очень сладкий, очень вкусный. И мы его прям съели. И та-дам! У нас чинота. Чинота оранжевый, классный. Они тоже бывают крупнее. У нас экземпляр 4 сантиметра, ну, можно сказать, 5-сантиметровый. А бывает достаточно крупные, 6 сантиметров. Похожи на апельсинку. И будем его, конечно же, тоже пробовать. Привезем. Так, тоже суховат немножко, потому что либо переспел, непонятно, суховат. На самом деле он, мы уже пробовали до этого, он на самом деле очень-очень сочный. Но вот отвалился экземпляр, скорее всего, он будет другими вкусовыми качествами. Полную картину нам не даст, но мы все-таки попробуем и скажем. Ну, собственно говоря, как мы ожидали, да, он суховат. Попался экземпляр, то есть вот были... Вирикулы такие сочные, и они сладковатые. Конечно же, присутствует горечь. И вот это вот аромат чинота, есть такой напиток чинота. Собственно говоря, он соответствует этому напитку. Запах очень сильный. То есть я рекомендую обязательно иметь чинота, потому что он обильно цветет и безумно вкусно пахнет. И плоды у него съедобные. Лимон Росса. До конца он все-таки не окрасился. Получается в такой слегка пигментированный бачок. 7 сантиметров у нас наш плод. И, естественно, мы его порежем, посмотрим. Скорее всего, ферментация будет частичной, не будет полной. Ну да, собственно говоря, да. Очень должен был быть сочным, но вот опять же переспел.
переспел, а может быть даже был подмерзший. Переспел, скорее всего. Нет пигментации. Ну, в общем-то, я думаю, что, наверное, те вкусовые качества, какие должны быть, у него не будет, но у него очень необычный аромат. Да. Аромат прям такой стронный, очень сложно сказать, какой. Духами. Духами, да, парфюмный аромат, очень вкусный. Поэтому лимон росса тоже, тоже классный, но вот нам не повезло, потому что фрукты упали некачественные. Малипусечный курбара. Мы его сейчас тоже разрежем. Курбара мы уже пробовали. Великолепный, вкусный, обалденный. Ну да, вот он, бомбический, сочный, ароматный. Просто сказка. Слюни капают по стаканчику, стекают прямо-прямо сильно. Ой, боже мой, ты чувствуешь? Чувствуешь, какой? Угу. Мамочки, какой запах. Какой-то запах просто неимоверный. В общем, лимон курбара бьет рекорды. Очень вкусный, очень, реально вкусный, кислый, сочный, бомбический. И, собственно говоря, кумкват прогорит, мы его уже неоднократно вам показывали. Сейчас вам показываем, что он примерно где-то 2-3 сантиметра по размеру, бывает крупнее, бывает поменьше. И, собственно говоря, с косточками, обалденный, вкусный, шикардосный кумкват, который едят с плодами. И с кожурой. С кожурой. И вот у нас веточка лаймквата была. Кстати сказать, ветки мы не ломаем. Вам их не закидываем. Угу. Поскольку была ситуация, что я якобы сказала о том, что была сломана ветка, я ее специально оставила и тому подобное. Так вот, друзья, я специально ничего не делаю. Ветки мы теперь, чтобы не возникало, ломанные ветки мы удаляем, чтобы потом не возникало вопросов, почему мы ломаем вам ветки, отправляем растения со сломанными. То есть их теперь нет, мы их удаляем. Но вот у нас в связи с этим образовался лаймкват. Правда, он зеленого цвета, но тоже где-то сантиметров 4. Это лаймкват товарес по форме плодов. Конечно, он не спелый и не зрелый. Будет в спелости он такой ярко-желтого цвета, как, собственно, пурша. А мы его разрежем, чтобы показать и хотя бы немножечко, как бы сказать, как лаймик. Да, он как лаймик, и в то же время он как кумкват. У него тоже есть косточки, его точно так же едят с кожурой. И он у меня выпрыгивает из... А вы его поперёк, как мы потому что тут, косточки. Но он безумно сочный, он безумно ароматный. Запах лайма и кумквата. Даже сейчас в таком состоянии у него лаймовый цвет кожуры и мякоти. По вкусу, как он, сейчас скажу. Он кислый. Он кислый, сочный. В чай безумно будет классно. Собственно говоря, мы сейчас его добавим. И у нас будет очень вкусный чаек. Итак, дорогие друзья, спасибо, что вы были сегодня с нами. Вот такая у нас была хомячная дегустация. Правда, мало, но вкусно. И, собственно говоря, желаю вам тоже побольше плодов, чем у нас. У нас, конечно, то, что нападало, тому и рады. Спасибо. И, собственно говоря, приехала куча классных растений. А впереди еще у нас еще новые поставки. И мы вас ждем в гости. Приезжайте к нам, приходите к нам. Мы вам всегда рады. Пока-пока!